У картини галереї Гаврила Вашенки відкрилася вистава декоративно-прикладної творчості народного майстра Росії Тетяни Корольової. Проєкт «Збиралася манішка до вянця» об'єднує 4 колекції текстильних лялек. Перша розповідає про весільний обряд вёскі Камень Стародубського району Бранської області. Гэта спроба реконструкції ритуалу при допомозі лялек молодого, молодой, їх батьків і сваяку. Остатні 3 колекції – гэта авторские репліки на ляльки з музейних збораў. Жаночыя і мужчынскія вобразы, якія таксама могли быць персонажами весільнага дзейства. Дарэчы, назву проекту дав радок з песні, якая выконвалася на вяселлі у вёсцы Камень Стародубского района Бранской области. Сейчас, да, есть интерес к традиции, и таким образом, вот когда все унифицировано, уже захотелось выделиться. А один из способов выделиться – это именно местные старинные традиции, которые были различные, очень яркие, интересные. Это сейчас используется активно. Я когда только услышала и увидела в группе, что будет выставка с таким названием, такой мастерицы, у меня уже началась настоящая весна, пускай она на улице еще не совсем настоящая. Творчие интересы народного майстра России Тетяны Корольовой – доследование традиционного жаночего святочного костюма Бранской земли, а так само выучение лоскутного шитья. Она постоянный удельник российских и международных выстав. Творы майстрихи находятся у приватных коллекциях у США, Италии, Германии, Дании, Швеции.